Представители общественного совета МВД по Коми впервые вышли на прямую связь с центральным аппаратом Министерства внутренних дел России. Представители региона рассказали о том, как они работают с населением. Подробнее Евгения Лебедева. Под руководством Валентины Жиделевой общественный совет при региональном МВД работает уже второй год. Основной площадкой для общения с жителями Коми активисты выбрали приемную главы. Именно туда люди чаще всего пишут и звонят. И именно там каждую среду ведут прием члены совета. Опыт такой работы коллегам из других регионов очень понравился. Наибольший интерес, наверное, у тех, кто анализировал работу общественных советов в Российской Федерации, вызвала наша деятельность, связанная с личным приемом граждан, членами общественного совета и теми, кто нам в этом помогает. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал работу некоторых региональных советов формальной. Коми в этот черный список не попал по вполне понятным причинам. Приходят люди, понятно, со своей бедой, с теми проблемами, которые, может быть, не один год решаются, и есть претензии. И когда их выслушивают и далее прорабатывается вопрос до такой степени, что увольняют из органа внутренних дел, в том числе с посыла как раз обратившегося гражданина, то это говорит о серьезном подходе и о серьезной оценке той работы, которую проводит общественный совет. Совместно с полицейскими общественники проводят и профилактические акции. После последней «Подай сигнал тревоги», посвященной детской безнадзорности, выявили больше 100 неблагополучных семей и поставили их на учет. Евгения Лебедева, Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.